несмотря на полную торжественность нашей сегодняшней работы в Минске, за кадром всегда остается кропотливый труд нашей ведущей. Надо записать интервью, выяснить нюансы коллекции, поговорить с дизайнерами. Одним словом, универсальность действия. От этого и предложенный мной образ – это высокая прическа. Не секрет, что такой вариант всегда остается на волне популярности. Секрет тут простой – шарм и обаяние. Именно поэтому в предстоящем сезоне удобная высокая прическа может спокойно сочетаться с любым образом. От кукольного стиля до рокерской косухи или даже откровенно спортивного стиля. Универсальность – это наше все. Этот стиль мне напомнил стиль кантри. Грубые высокие сапоги на шнуровке, короткое спереди и удлиненное сзади платье белого цвета, высокий рокерский пучок на голове. Сочетаемый с несочетаемым, что нынче очень модно. Под этот образ мне захотелось сделать акцент и на глаза, и на губы. На глазах у модели Smokey Eyes в коричневом оттенке, накладные ресницы и губы, которые я накрасила темно-бордовым цветом. Самый важный момент в макияже – это мерцание всей кожи, которую я покрыла мелким глиттером, что очень актуально в этом сезоне. Привет из Минска! Телеканал ID Fashion презентует 15-й сезон Беларусь Fashion Week. В стране, где все по правилам, дизайнеры диктуют свои требования и условия. Свежо, элегантно, изысканно, настоящий фэшн-взрыв. Именно этими словами можно описать все, что в эти дни происходит на подиуме. Невозможно было скрыть интерес к работе дизайнеров, гостей показов из Америки, Британии, Германии, Украины, Казахстана и не только, которые восхищались шикарностью и лоском как новых, так уже и устоявшихся мэтров белорусской и мировой моды. Смотрите! Все самое модное и яркое из Минской недели моды на телеканале ID Fashion. ID Fashion. Real Emotions. Люди, которые посещают Беларусь Fashion Week, в первую очередь, это клиенты дизайнера. Это люди, которые работают с брендами. Это его бизнес-партнеры, контрагенты, поставщики ткани, фурнитуры. А те люди, которые связаны с его бизнесом, которые влияют на его бизнес. Безусловно, со своей стороны мы проделаем работы по аккредитации фэшн-журналистов, байеров, компаний, которые приносят общую пользу и влияют на общий образ фэшн-индустрии. Вы на бэкстейже Юнона? Смотри, ID Fashion. Бренд Юнона выбрал очень свежий, по-настоящему весенний мейк, свежее лицо, подсвеченная кожа, легкий оттенок бежи на глазах и яркие губы. На мне надето свадебное платье от Юноны, вот такое вот. Это как бы свадебное платье, тут особо гардероб-то не пополнишь, но на заметку я пару платьев взяла. Это Беларусь Fashion Week, смотрите ID Fashion. Наша новая коллекция вдохновлена средневековьем. Все наши платья состоят из двух платьев, ну почти в основном. Снизу идут нижнее платье, а сверху идет большое платье с корсетом. То есть это очень удобно, потому что можно носить и так, и так. Больше свадебное и вечернее платье, но совершенно в новой подаче. Мы уже третий год участвуем, поэтому эта коллекция самая наша любимая. Именно этой коллекции, там есть часть платьев, которые сделаны из натуральных тканей с авторскими принтами. Это принты Алины. Принты, да. Да, Алина.
Мои акварельные принты, я художник, и мы вот разработали для этой коллекции, будет два платья с моими принтами. На Belarus Fashion Week. Смотрите нашу новую коллекцию Юнона. Коллекция называется Ellen на ID Fashion. Я сама дизайнер, я сама участвовала в неделе моды белорусской. Я сама знаю, как это приятно для белорусской народа, для страны, для дизайнеров. Это очень приятно. Это признак, что страна пошла в моды, пошла в тренды. Это очень хорошо. Лучше не бывает. Яркий цвет, красивые люди, элегантные модели. На это можно смотреть вечно. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но мы уверены, что 15-й сезон Belarus Fashion Week – это лишь очередной высокий уровень. Продолжение следует. Смотрите все новости Belarus Fashion Week на телеканале ID Fashion. ID Fashion – Real Emotion. Мы на бэкстейже бренда «Весна-лето». Смотрите ID Fashion. В макияже мы использовали легкие текстуры, мерцающие текстуры, немного акцент на глаза, это минимальное сияние золотых оттенков, которые подчеркнут блеск глаз. Розовое платье, оно... Ну, такое свободное, летнее, как бы его можно одеть так же, как и в выходной день, на праздник, так и в повседневной жизни. Мне сегодня чудесное белое платье, очень легкое, такая текстурная, мне очень нравится ткань, потому что оно такое летнее, весеннее, нежное. Я думаю, что любая девушка захочет себе что-то подобное. Мы на показе бренда «Весна-лето». Смотрите нас на ID Fashion. Мой бренд «Весна-лето». Новая коллекция наша представлена в светлых тонах. Она такая весенняя, яркая, пробуждающая. Делает наших женщин всегда нарядными. Ткани у нас различные, то есть я выбираю всегда самые последние тенденции в цвете, в направлениях, и это воплощено во всей моей коллекции. Много кружева, много различных украшений, фурнитуры, и мне кажется, из-за этого она такая интересная, оригинальная, своеобразная. В моей одежде ходят женщины, считаю, что от 20 до 50 лет. Важно, чтобы женщина была гламурная, следящая за модой, всегда хотела быть эффектной и сексуальной. Я Светлана Малич, представляю бренд «Весна-лето». Смотрите мою коллекцию на ID Fashion.